Вот что значит жадность. Уж лучше пусть заворяется, чем я его выкину. Скажи, как ты сожалеешь. Это вообще хреново. Пол сумки в сметане. Блин, это вообще хреново. Да, мне кажется, это похоже, как у меня гель-ботик. Блин, у меня еще нутелла в прошлом году так сломалась. Весь, вся сумка была в нутелле. Главное, ее не съешь, потому что там маленькие осколки стекла от банки. Тут даже есть не хочется, конечно, это все. Но вообще, это такая печаль. Ты проверена? Точно нормально? Кто, сметана или нутелла? Нутелла. Нормально. Опять переживать будешь. Капец, это вообще неприятная ситуация. Блин. Давай салфетку. Вот они. Чё думаешь, нам остановится? Hello. Не остановились. Лишь бы она вонять не начала, когда стукнет. Вообще же жесть. Давай, протирай лучше. Я, короче, сейчас еду, тебя не преследовало чувство говна воняет, что говном пахнет? Преследовало. Я думаю, это мы наступили, или это там был? У меня чисто. Порвалась, чувствую, порвалась немножко. По-моему, это у меня воняет. Так-то это хреново вообще было. Че у тебя? Какие-то чуваки говно воняют. Сильно воняло, что ли? У меня как бы так. С первого момента я вроде как чувствовал, потом нет. Все еще снимаешь, что ли? Чтоб люди учились на чужих ошибках. Да. Она была невкусная, но ты ее оставил. Да блин, все равно продукты. Она была невкусная просто потому, что рядом стояла сладкая нутелла. Так, если ее отдельно есть, нормально все. Ладно, пофиг, почистил. Я сделал все, что мог.